Глава Чувашии Михаил Игнатьев утвердил описание и положение о памятной медали столетия образования Чувашской автономной области. Согласно документу, памятная медаль – это поощрение за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и другие заслуги. Медаль будут вручать в течение всего следующего года. На лицевой стороне изображена цифра 100 и надписи на чувашском и русском языках. На оборотной будет строчка из стихотворения народного поэта Чувашии Петра Хузангая на чувашском языке «Были мы и есть и будем».